актуальні теми, конструктивний діалог, визначення та пошук вирішення проблем з першими особами міста тільки в нашій програмі «Запитання депутату». Вітаю вас! У парламенті зараз розглядають бюджет на 2018 рік. В ньому передбачено скорочення фінансування для українських міст. Про це сьогодні поговоримо з депутатом міської ради Дмитром Сірим. Вітаю вас, пане Дмитро, у нашій програмі. Сьогодні поговоримо про бюджет на наступний рік. Я так розумію, що з місцевого бюджету 1,7 мільярдів буде відлучено, так, до державного. К сожалению, мы действительно видим дефицит, но окончательно сказать, какое будет бюджетирование на 2018 год и какая будет дотация, то ли субвенция за государственного бюджета, пока мы не можем. По той простой причине, что он в принципе пока не принят. Да, и депутаты Верховной Рады еще, возможно, откровенно там не приступили к разбирательству того или иного вопроса. Если рассмотреть это на плоскости Запорожья, мы видим тенденцию, которая выражается в том, что наши народные депутаты дважды проигнорировали приглашение на сессию городского совета и не пришли. Это называется не отчитаться, а посоветоваться с нами, с коллегами-депутатами городского совета. Возможно, какую отрасль, да, нужно больше профинансировать, чего нужно добиваться от государственного бюджета, чего нужно отстаивать. Мы ведь с вами прекрасно знаем, что помимо проблем насущных, которые есть, которые возникают в момент самой жизнедеятельности города, да, помимо этого у нас еще есть много острых моментов, таких вот, как, например, памятник мостам, который стоит уже 15 лет в нашем городе, да. Но це ж необхідно додаткові кошти, яких, на жаль, знову ж таки немає. Ми з вами говоримо саме за планування бюджету на наступний рік. Це субвенція, яка має поступити з державного бюджету городу для того, щоб закінчувати це будівництво. Да? Тобто, ну, в кінці кінців, должен же бути там якийсь логічний предел, і мости повинні бути запущені. Плюс к этому, естественно, дотації і субвенції на віддільні отрасли, такие как медицина, образование. В прогнозе мы видим, что действительно это будет недостающее финансирование. И вот действительно хотелось бы услышать точку зрения и мнение моих коллег в Верховной Раде, наших депутатов от Запорожья, от четырех мажоритарных округов, вот каким образом и почему это бюджетирование будет урезано. Для нас ведь это очень важно, потому что многие отрасли сейчас ложатся на финансирование бюджета города, хотя мы говорим, возможно, о какой-то децентрализации, которая якобы должна выравнивать эту ситуацию. Но теперь мы видим, что вместо децентрализации мы получаем дополнительные нагрузки на бюджет, да, в виде недостающих дотаций. Теперь бюджет города это должен делать. И зараз навіть уже у ЗМІ фігурують такі цифри, як, наприклад, мінус з освіти 75 мільйонів. Яким чином тоді розподілили ці кошти, як вже місцева влада ось тут на нашому місцевому рівні це розглянула? Є такі поняття, як утвердження проєкту. Проекти розглядаються на сьогоднішній день, да? І по розглядуваним проектам можна строїти якісь прогнози, які то ли будуть, то ли ще не будуть. Да? Но я юрист по образованию, уточню ще раз, я люблю вірити конкретним фактам. І от коли ми скажемо, що бюджет країни прийнят, мы тогда будем апеллировать конкретной цифрой, что получит город Запорожье в качестве реверсного финансирования или же субвенции или дотации по той или иной проблематике. И тогда мы будем уже говорить языком цифр, конкретикой, какую отрасль мы будем финансировать общее, больше, а какая, конечно же, недополучит финансирование. Ваш колега Володимир Максимов з фракції «Батьківщина», ми з ним також проводили інтерв'ю на цю тему, і він зазначив, що саме проблема в тому, що зараз вже листопад, але тим не менш не розглядається бюджет на наступний рік. І навіть департаменти вони не долучаються до роботи, не приходять, не пропонують якісь, не вносять свої якісь пропозиції. Так от поміть, воно все взаємозв'язано. Затягнеться до останнього моменту? Звісно, і це все взаємозв'язано. Бюджет країни прямо пропорційно впливає на прийняття бюджету обласних центрів, областей или же районних центрів. Да? Прямо пропорційно впливає на це. Поэтому, якщо ми говоримо о том, що дійсно йде ноябрь, а нет еще у нас утвержденного бюджета страны, естественно, бюджеты местных советов, они могут на сегодняшний день только проектироваться, рассматриваться, обсуждаться, но мы не можем их, к сожалению, утвердить. Все зависит, бюджеты зависят местные от бюджета государственного. Я считаю, подобные моменты должны обсуждаться комплексно, совместно с народными депутатами Украины, которые должны принимать в своих мажоритарных округах непосредственное участие в формировании в бюджетах и обсуждать, чего нужно добиваться на следующий год, какую отрасль нужно профинансировать, какую
возможно, увеличение финансирования какой отрасли нужно добиваться в Верховной Раде внесения в бюджет страны для того, чтобы город получил дополнительную субвенцию, то ли дотацию. Да? Это важный момент. Но, как мы видим, у нас нет взаимодействия на сегодняшний день, ну, прямого, вот как такового. Да? То есть, а чи суттєво воно вирішило б це питання, якщо навіть на сесію міської ради лише 3 або 4 народні депутати завітають? Смотрите, ну почему всего 4? У нас 4 мажоритарных округа. Каждый депутат избран от своего мажоритарного округа. Естественно, он должен владеть проблематикой, которая есть вот непосредственно на его. Вы владеете, но ты не знаешь, там, наверное, в Верховной Раде, что он не сможет сделать? Депутат должен носить свои корректировки, поправки. А что дослухаются до этих корректировок? Это же уже иное питание. Подождите, ну вопрос вы ставите, возможно, немножко провокационно. Прислушиваются или не прислушиваются. Я не могу судить по ком-то, но я считаю, что добиваться этого нужно. Дорогу осилит идущий. И тот, кто стучит в эту дверь, он обязательно должен добиться того, чтобы эту дверь открыли. Минулої сесії, яка ось відбулася зовсім нещодавно у жовтні, депутати прийняли рішення саме звернутися до Верховної Ради, щоб вони не приймали бюджет на 2018 рік у тому вигляді, у якому він сьогодні є. Наскільки я знаю, ні один наш регіон обратився з таким не обращенням. Не лише Запоріжжя, так. Да. Чи ж буде відповідь, як ви гадаєте? Тому що дуже багато ваших колег, вони дуже песимістично дивляться саме на це питання. Ви знаєте, з позиції практичності, звісно ж, відповідь буде, але який цей відповідь? Прогнозировать мы можем, конечно, да, скорее всего, придет какой-нибудь сухой ответ о том, что, извините, но какие-нибудь есть сейчас там экономические проблемы, на фоне которых, да, скорее всего, будет такой. Но я считаю, мы все равно обязаны заявлять, мы обязаны добиваться, и за обращением последует еще одно обращение, я в этом практически уверен, потому что то, что мы видим сейчас в этом проекте, я думаю, существенно отразится на жизни горожан, и люди это почувствуют. Но только я хотел бы, чтобы люди правильные выводы сделали из этой ситуации. Да? То есть сложно распоряжаться тем бюджетом, которого не хватает для нормальной жизнедеятельности города. А какие шляхи вы решения этой проблемы, власне, бачите вы? Дуже багато саме за сучасних економічних умов. Мы сейчас фактически говорим о наполнении местного бюджета или же о дотациях из бюджета страны. Это немножко две разные вещи. Якщо ми не отримаємо у 2018 році, якщо, грубо кажучи, з місцевого бюджету заберуть на 50%, як це було раніше, а 80%, то ви самі кажете, що навіть бюджет розвитку міста ось на наступний рік, така статистика, 200 мільйонів буде. Цього буде зовсім недостатньо, тому, грубо кажучи, знову ж таки, Запоріжжю прийдеться якось в чомусь, в яких галузях економити, правильно? К сожалению, тому якось верно. Треба ж викручуватися, це ж ваші слова. Тому треба ж не лише економити, але, напевно ж, якісь кроки ще робити для цього, аби і дійсно був бюджет нормальний у нас. На фоні того, що ці бюджети паралельно зв'язані між собою, и на фоне того, что есть политика развития регионов в государстве, да, и есть вот баланс распределения средств утвержденный, сложно говорить о том, как местный бюджет может вот существенно это повлиять. Конечно же, привлечение инвесторов, конечно же, содействие бизнесу для того, чтобы казна местного бюджета наполнялась. Но в распределении, в последующем распределении финансов между местным бюджетом и государственным бюджетом, да, вот здесь вот важна ключевая взаимосвязь. И вот здесь очень важно, какая сумма отчислений уйдет, естественно, туда, какая сумма вернется реверсом, какие будут субвенции и дотации. Для местных бюджетов это крайне важно, потому что это, в принципе, основная наполняющая бюджета на год, который планируется. И вот здесь я еще раз говорю, то, как выкручиваться депутатам местных советов, это естественно, нас могут слышать, у нас рычаг по большому счету только один. Это обращение, это депутатские запыты, это обращение принятой сессии для того, чтобы обратить внимание на те или иные аспекты, да, и увеличить там финансирование. Но здесь очень важна работа народных депутатов Украины, которые должны отстаивать права своего региона, во-первых. Во-вторых, вы не забывайте о том, что это непосредственно они будут голосовать за принятие этого бюджета, и от них очень многое зависит. Вы должны прекрасно понимать и согласиться со мной, что в принципе, как показывает практика сессии городского совета, и одному депутату достаточно часто
удается добиться решения в положительную сторону тех или иных вопросов. Но почему же это нельзя развернуть в плоскости Верховной Рады Украины? Я считаю, было бы желание. И здесь нужно непосредственное и тесное сотрудничество между депутатами Верховной Рады и депутатами местных советов на тех мажоритарных округах, интересы которых они представляют. Я дякую вам за розмову. А нагадаю, що ми спілкувалися з позафракційним депутатом міської ради Дмитром Сірим. Залишайтесь з нами на телеканалі Z та будьте в курсі всіх подій міста. Побачимось.